Вот второй этаж, Чуйская больница, поликлиника. Ни в одной больнице, в Токмаке, ни в этом нету. Приходится 20-летнего пацана поднимать своими силами на второй этаж. Вот так здорового пацана поднимать. Ни лифта, ничего. Вообще беспредел. Вот еще проблема. Чуйская больница, поликлиника. Для вот такой вот дорожка называется. Это что? Специальное удобство для инвалидов, что ли? Беспредел. Еще вон до туда тащить надо. Тяжело становится одной. Иляйсын утро алып анан.